Так что ж, мы тоже смотрим футбол. Болеем за наших. Сегодня болеем за сборную нашу. Давай, Сережа. Серега, давай. Поймал, молодец. Все? Все? Еще раз. 4-3. Еще по одному. Да ладно. Че, Испанию натянули? Смотреть. Да. По одному. Слышишь, да ладно. Че, Испанию натянули? Испанию натягивают, ребят. Ну что ж, мы тоже смотрим футбол. И болеем за наших. 1-0 пока. Вообще, давайте смотрите, Игорь Кофеев стоит, и вот уже практически в самый момент начинает гадать. Федор Смолов. Ну блин, ну у Испании это звезды. У нас тоже звезды. Дайте. Посмотрел в небеса. Вот кто это? Игнашевич. Нет, это не Игнашевич. Да? Умеет забивать последние три чемпионата. Сейчас в обратные ворота бьет из себя Игнашевич. Посмотрел на Дехе, вылетнул, разбежался. Смолов это. Смолов. А, должен быть и не вытащить. Да. Не самая удачная была высота. Полета мяча, Федор Смолов какое-то время смотрел на Пике, но перед самым ударом уже перестал смотреть, выбрал заранее угол. Ну что, Жерар Пике. Давай, вытаскивай. Так, ну мы продолжаем болеть. Сегодня болеем за сборную нашу. Сколько будет сегодня вообще? Так. Не спас. Ну что, надо в центр ехать, получается. Зачем? Там уже все заканчивается. Там? Ты что, там только начинает, да? Когда, вот я помню, Россия-Голландия, когда лет 6 назад, вот там было прям гуляние. По Тверской все. Весело было? Конечно. И тут тоже самое все было. Вот. Игнашевич, а что такое качество плохое? Скоркой. Что, давай, Сережа. Давай, Сережа. Серега, давай! Свисток, разбег, удар, гол! Гол! Эти тоже занесли, да? 2-2? Да. Молодец! Спокойно, уверенно, такой подавает. Человек с опытом, на паузе. Разложил этот удар, четко пробил. 2-2. 2-2. Пока что Смолов и Игнашевич у нас. Я закончил лесенку. Закончил? Да. Ну хоть кто-то закончил. Да. Ребята все никак не закончится. Коке, 8 номер, да, игрок мадридского Атлетико. Первый такой серьезный турнир у него в составе сборной Испании. Дорос, наконец, задержкой кричат, да. Задержкой? Поймал, молодец! Прокомментируй, что произошло сейчас. Поймал. Так, ребята, власть меняется. Власть меняется. Красава! Очень удобная высота, очень несильный удар, и Коке вращает. Счет остается 2-2, и Александр Головин. Головин? Саша, я сейчас подлежал на поле. Вперед в этой серии пенальти. Забили? Слушай, у нас, кстати, задержки, походу, идет. У них там прямой эфир. Важный момент. Головин все понимает, разбегается, удар, гол! Так. Ну они ж Москва мячей, там кричат, да? Мячом, ну, пропустил, Всегда везет. Сейчас центр не прорваться. Да, народ сейчас машину выпустит. Ну что, пошли. Центр, поехали. 4-3-2. Я не знаю. Погуляем. Лови. Вот еще этот словишь. Точно 3-3. 3-3 становится.
но у нас матч «Удар» в запасе, который будет исполнять Денис Черышев. Рамос сейчас до конца смотрел на Игоря Акинфеева. О, сейчас я на самом интересном моменте, мне сядет телефон, да? О! Забили? Да, сейчас занесет. Денис хладнокровен, мы в это надеемся, разбегается, так. Посмотрел на голкипера. На голкипера посмотрел. Переживает разбег! Все? Все? Нет, еще раз. 4-3. Еще по одному. Да ладно! Кира, чё, походу, че, Испанию натянули? Испанию натягивают, ребят. О, качество лучше стало, видишь? Мне даже тот мяч от Головина, который в принципе он мог вытащить, он не отбил и последний. Все, прошу меня, знаете. Ага! Успех, и Испания продолжит бороться за выход в четвертьфинал. Вообще не будут больше они, да? Потому что может случиться историческое. Сейчас Испания будет бить. Да, у нас задержка идет. Бля, там уже вкнитесь быстро, блядь. Мы смотрим на. Ром, ну чё там? Согрози. О, поймал! Так, ребят, я за самогоном. Я за самогоном, все. Да ладно! Никто не верит в это. Гол! Все, победили! Йо, Россия выиграла. А где Россия? Россия? Я тебе говорю, там. Ну вот Россия. Это Испания там. Выиграли. Ребят, матч проплачен. Да? Куда пойти? Ничего, едем? Фантастический матч. Ну и действительно, ребята, до конца. То есть и это для тебя тоже не повод? Да нет, все повод, конечно. Все повод. Давай. Сравняли счет. Да и потом мы все сами видели. Браво. Акинфеев, конечно же, герой матча. Отбитый удар от Иньесты. Отбитый удар от Родриго. Уже в дополнительное время. И два спасения после матчевой серии. Да. Вот это поворот. Да. Это поворот. Ногой отбил. Себе сам убил, сам упал. Так, вы только не падайте. Это грязно здесь, ребят. Лев, как ты радуешься? Это Россия. Давай. Какая команда, смотрите, как все радуются. Один большой, единый, целостный коллектив. Да, 2008 год мы переживаем, друзья, заново. Хотя казалось, что возможно, это уже не будет, но эта сборная дает нам такой шанс. Все говорили перед матчем, что сборная Испании очень сильный соперник. И действительно так и есть. Но посмотрите, как наши ребята выполнили установку. Как они знали, за счет чего можно выиграть. И даже несмотря на пропущенный гол, они не своей дорогой. Они ждали, они терпели, они искали свой шанс. Они его нашли, и они вышли в четвертьфинал. Да, действительно, третьим участником четвертьфинала становится сборная России. Теперь нам предстоит ждать своего соперника по четвертьфинальному матчу. Соперником нашим на стадионе «Фишт» 7 июля 2018 года.
абсолютно с любой командой. И сегодняшний матч не более. Игорь Акинфеев, лучший игрок матча. Я же вам говорил перед серией пенальти, что Игорь отлично отражает 11-метровые удары. Игорь это и сделал. Трактор сегодня на Первом канале. Прямая трансляция матча наших соперников будущих. Сборная Хорватии против сборной Дании в Нижегороде на местном стадионе определят, кому 7 июля в Сочи играть четвертьфинал со сборной России. Это стало реальностью. Мы вас от всей души с этим поздравляем. Давайте еще немножко послушаем и просто посмотрим уже без каких-либо комментариев за тем, что здесь произошло и происходит. Получается, поболеем еще за наших, я так понял. Чего, Лев? Ударился? Футбол будешь смотреть? Да. На что его смотреть, все уже наши выиграли? На наши? Да. Ты не плачь, не расстраивайся. Испания еще победит. Шучу, шучу. Не победит? Спасибо вам за внимание. Евгений Савин и Кирилл Дементьев на сайте Первого канала для вас сегодня комментировали этот матч. Он знает правила. На Первом канале и на сайте прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Хорватия в Нижнем Новгороде матч был. Будущие соперники по четвертьфиналу. Можно пишет, спрячься. Два раза крестила экран, они выиграли. Не должен. И продолжается это, друзья. Прекрасно. Да, победили. Всем пока, смотрите футбол и болейте за сборную России. Что, выиграли наш? В центр едем? Я не знаю. А что зависит? От всего. От состояния. От состояния?